Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, турнир закончился, Лига Сюкунов, 2 звезды, друзья. Смешно. Так, Сюрики, Рафаэль, 35 платиновых осколков, да, зажили, ребят. Так, надеюсь, у нас без косяков все работает. Да, ребят, все работает, турнирная арена Леонардо. Так, испытания у нас, живи долго играющие, городская война, свет в темноте. Так, а эти у нас не обновились, да, задания? Ладно, давай откроем бесплатно пак. Выпадут нам Острозуб. Понял. Я бы лучше бы сейчас бы не отказался бы от $2, которые они обычно дают. Так, ну что у нас здесь? В магазинчике все тихо. Пока я не могу ничего купить. Задания, как ты понимаешь, этого нету. Ну что, друзья. Попытка бустануться. Ну, я не уверен, что, конечно, получится. Но все-таки надо попробовать. Так, 11-11 хочу найти. Кручу-верчу. Замудрить мозги хочу. И что-то мне не выпадает 11-11. А в чем проблема-то? Эй, ребята. Не, ну так я не играю. Начинаем. Вот, вот. Не, Вань, подожди. Ишь ты какие. Ишь ты, масленица, ё-моё, я же говорю, ребята, должно быть 11-11, и все, они начинают там фигню всякую делать. Погнали. Сразу же. Тинь, нормально так. А если вот таким вот образом? Шикардос. Так, нормально. Едем дальше, ребята, ну что, у нас получается сегодня будет вот чистая арена тогда. Так, ну вроде бы работает пока. Перешим с тобой Лига воинов. Так, 11-11, может быть, дадите мне 11-12? Е. Погнали. Раз, два, три. Вперед, как говорится, из песней. Я только одного не понял. Многие мне пишут, можно брать не 5 персонажей, а 3, и будет, типа, тот же самый эффект. Я что-то сомневаюсь, ребят. Что будет тот же самый эффект. Я, конечно, могу сейчас проверить. Чисто навскидку. И посмотреть, будет ли действительно от этого какой-то эффект. Так, воин 3 звезды, шикарно. Давай вот сейчас вот глянем. Так, 11-12, дайте мне, пожалуйста, 12-13. Нет такого желания у вас дать мне 12-13, а? Нет, наверное, скорее всего, не дадут. Хотя, если, наверное, долго ролить, может быть, конечно, ребят. Во! Видишь? О чем я тебе и говорил. Раз, два, три. Ну вот, раз, два, три я взял, да? Давай проверим. О чем проверим? Как мы будем определять? Блин. Ладно, сейчас запомним, сколько нам дадут кубков на троих. Вот мы сейчас сыграем. И потом возьмем фул команду вчетвером и посмотрим. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Ну, в любом случае, ребята, будет намного больше, да? Смотри. Всего 242 кубка. 242 кубка. Теперь смотри внимательно. Берем вот этого. Это были втроем. Раз, два, три, четыре. Там 242 кубка, я запомнил. Ну, давай так сделаем. Так, теперь вот так. Ну и дрона выпустим. Давай посмотрим, сколько нам дадут сейчас кубков. Ребята, считай, в 2 раза больше. Так что же вы мне втираете, что можно и в троих, ну, троих брать, и то же самое количество будет? Нифига не то же самое. Абсолютно не то же самое. Так что вы не правы в этом случае. Вот что я могу сказать вам. Да это и дураку понятно, ребята. Чем больше персонажей у тебя участвует в поединке, тем больше ты получаешь кубков. Потому что за каждого персонажа идет определенное количество. Плюс это умножается там на определенный какой-то коэффициент. Не знаю, от чего он там высчитывается. И все. Так что проверка, как говорится, показала, что чем больше количество персонажей, тем, соответственно, лучше у тебя и получится. Так, элита уже 2 звезды.
Так, едем далее. Так, ну тут я как вижу 27-28 ранг. Сегодня, ребята, играл в эту Рыцарь-ведьма. Как меня вода достала. Я там целый час на этом подводной лодочке дрынкал, ничего не смог сделать. Я устал и вот в черепашке зашел. А еще ведь хотел сегодня Tower Conquest. Не знаю, дойдут ли у меня руки до него. Надо обязательно поиграть. Там у нас Сунь-Укун прокачивается. Так, ну что, вот уже элита 3 звезды. Так, я не знаю, будет ли после этого поединка самурай. Но я думаю, что должен быть. Ну, я имею в виду Лига самураев. Хотелось бы. Ну, то, что у Леонардо разыгрывается на этой неделе, ребят, ну... Мне кажется, тот, кто его хотел получить, уже давным-давно его получил. Потому что он выпадает практически везде. Очень много, как говорится, и событий, и всего прочего. Так что, если они его, конечно, поставили сюда как главный приз на арене, то, как по мне, ну это ерунда. Может быть, я так говорю, потому что он у меня уже есть. У кого его нет, может быть, он очень даже рад и доволен. Ну, как по мне, лучше бы были бы такие, как Усаги, Крэнк, Кролики. Вот такие бы персонажи были, да. Было бы, как говорится, счастье у ребят. А так, Лео, тем более, он изначально идет практически везде. Он выпадает во всех этих заданиях. Там же у нас же основная история идет. Прежде чем мы с тобой, вот, например, сейчас мы правильно фармим только арену и больше, в принципе, ничего. Ну и ежедневные испытания. А раньше у нас еще, извини меня, были основные задания. Как бы сюжетка. По сюжетке там очень много карт дает. Ну не карта, а ДНК на персонажей. Так что... Зачем они Леонардо поставили главный приз арены? Не знаю. Ну, бог с ними, пускай будет. Может быть, действительно кому-то надо. Так, ну что, мы переходим? Да, ребят, мы уже в самураях. Прекрасно. Так, дайте ко мне, пожалуйста, 14-17. Я вас умоляю. Угу. Смотри-ка, сопротивляются. Ай, ладно. Возьмем тогда этих. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, ну Леонардо, мне, утенок, мне убивает, что у него сзади. Такое ощущение, что это даже не плащ, а знаешь, на что больше похоже? Он взял у кого-то, стырил детское полотенце. Да, детское полотенце. И ходит с ним. Знаешь, такое детское махровое, которое вытирает. Вот он взял его, надел на себя и бегает с ним. Так, Лео, ну это тебе не поможет, серьезно тебе говорю. Но Майки, конечно, тут слабину дал. Чего уж тут говорить. Но самурай 2 звезды, отлично. Прекрасно. Чувствуются, ребята, были времена, как мы бустовали. Так, 14-17, ну в принципе нам это и нужно, да? 14-17. Раз, два, три, четыре, пять. 56 ранги у них. Как они бегут, прикольно все. Так, ну что, вот мы и пришли, Карлуша. Давай. Слабовато будет. Так, слэш упал. Ну, понятно, понятно. Хиляет он, конечно, здоровски. Тут не поспоришь, ребят. Давай-ка гидрантом этим. И добивка. Дони против Дони. Ну, великолепно. Что я могу сказать еще по этому поводу? Так, с 81 места мы переходим на 27. 14-18. Шикардос. Кролики. Кролики ждут. Ждут своей участи, когда мы их будем уже прокачивать. Но давай. Мы, кстати, с тобой очень долго качаем слэш. А ты вот не заметил? Прям вообще, у меня уже другие бы персонажи давно-давно прокачались, а тут нифига. Так, что это за удар я забыл? А, это же массовая атака, да? Он сейчас будет с разбега. Бамс! Ну, наверное, когда прокачать по полной программе, он будет там наносить колоссальный урон. Это он сейчас такой слабенький. Ну что, самурай 3 звезды.
Ты гляди-ка, сейчас уже сёгуны пойдут. 14-18. Так, а у нас уже, смотрю, мы до 70-х уровней дошли уже. 70 уровней моих персонажей. Как тебе такой расклад? Шредер бомбанул. Минус Хан и минус Майки. Хорош, хорош, хорош. Ой, делается еще мне здесь. Ты посмотри на него, а. Идеальная победа, само собой. Ну, о, после этого поединка мы переходим уже на сёгуны. Но у нас, правда, уже и бойцы заканчиваются. То есть, ну, о Лиге Мастеров, ребята, даже и думать уже не приходится, потому что бойцов уже осталось совсем чуть-чуть. А поединков нужно сделать еще тьму тьмущую, чтобы какой-то был эффект. Блин, прикольно, кстати. Я вот думаю, если ему прокачать вот этот удар массовый, наверное, будет классно, да? Ты видел, на добивке вообще идеально работает. Ну что, я нас поздравляю, ребята, с сёгунами. Мы сегодня за один день дошли столько, сколько за прошлый месяц не дошли никак. Трэш. То Лига Самураев, то там еще что-то. Так, и добивай, Шархан. Все, ребят. Здесь все отлично. Так, ну что, погнали тогда дальше. Давай, давай, давай. Ну, сёгун 2 звезды, наверное, возьмем. Что там, подсказывает, что будет удача на нашей стороне сегодня. Так, 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, там еще где-то, если посудить, два поединка точно будет. Хотелось бы, конечно, сёгун 3 звезды получить. А может быть, и получим. Ну, тут больше, конечно, зависит от того, сколько мы будем брать кубков. И какой будет коэффициент. Чем он больше, тем быстрее мы с тобой будем подниматься. Так, Джастин ушатал Дони, молодец, красава. Добьешь? Умница. Ну вот, смотри теперь. Сёгун, 2 звезды. Угу. Так, нам нужно где-то отыграть 2 поединка. У нас как раз будет здесь на 2 поединка. Даже, наверное, на 3 собираем. И сёгун 3 звезды. Скорее всего, получим. А это, кстати, классно. Единственное, что неудобно, то что, ребят, ночные смены сейчас начнутся. Меня, опять же, как всегда, скинут. Но зато понедельник мы с тобой не упустили. Ну, погнали дальше. Давай, давай, давай. Сейчас давай вот где-то 40-е место. 45-е, блин, маловато будет. Раз, два, три, четыре. 5, раз, два, три. Ну, 5 здесь и там четверо. Ну, одного возьмем еще по откату, фиг с ним, так уж и быть. И, в принципе, все. Так, бросаем бомбочку. Этот Крис должен упасть. Там даже двое упало. И добиваем ракетами. Вот так вот. Сейчас глядим. Но я так и думал, что не возьмем. Жуки, а. Ладно, там было, я видел, там было 16-21, но уже смысл, ребята. Все равно нам выше не подняться, а сёгуны 3 звезды будет взято у нас. То есть, ну, нормально. Так, бросаем бомбочку. И шипы. Шипами их добиваем всех. Ну вот и все. Закончен бал, потухли свечи. Мы с тобой сегодня дошли на бусте до трехзвездочного сёгуна. Было бы еще, наверное, попытки 2, мы бы могли взять с тобой Лигу Мастеров. Так, ну что, давай здесь, наверное, быстренько пробежим. Для будущего фарма наших этих жетонов. Я проходить события все не буду, ребят. Просто пройдем первую катку и все.
И по 15 жетонов будем с тобой фармить. Мы уже подсчитывали, да? Это уже где-то около 250 жетонов за одну игру. Ну, откатов, конечно, да, улетает. Мама, не горюй. Ну, не откатов, а эти телепорты. Давай так сделаем. Все. Победа, 3 звезды. Ну и главное, что дает нам возможность фармить. Так, теперь смотрим, сколько мутагена. 27 тысяч. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть, где мы можем с тобой достать мутаген? На поиске, в принципе, можно найти мутаген. На поиске, да, например, искать автомобильные номера. Давай, 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 ищи. Все, ребят, нашли. И прокачиваем уровень. Есть. Так, ребят, 94-й. Остается 6 уровней поднять, и все, и он будет. И он будет сотым. Ну что, а на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.